Привет всем из Москвы. Еще одна наша прогулка. Сегодня мы решили прогуляться по Александровскому саду. Вот здесь такие костюмированные персонажи. Покажу еще немножко вам исторический музей, Манежную площадь, отель Four Seasons. Мы идем. И вы идете с нами вместе на прогулочку в Александровский сад. Погода сегодня прохладная, ветрено, но хорошо, хотя бы нет дождя. Это радует. Может быть, если мы будем иметь удачу, засниму смену караула. Посмотрим, не готовится ли смена караула у вечного огня. Может быть, они каждый час меняются, может, 30 минут, я даже не знаю. Ну, подойдем, если увидим. Сегодня понедельник, вся Москва работает. Ну а здесь, конечно, как вы понимаете, туристы. В основном это все туристы. Иностранные туристы и туристы из разных городов России также. Вот впереди там охотный ряд, торговый центр. А вот на вечеринке. Может быть, это смена караула готовится. Или просто проходит мимо. Как всегда, очень много туристов из Китая везде. Ну и вот здесь такая симпатичная аллейка с высаженными по бокам цветами по сторонам. О, давайте вернемся, смена караула у вечного огня. И попадет мое видео. О нет, они ушли.
Они что-то там промаршировали немного и ушли. Нет, они переходят через КПП и уходят. Может быть, наоборот, только сменились до нашего прихода. Смотрите, многочисленные группы туристов. Александровский сад очень красивый, все так ухожено, зелено. Ну, ясно и понятно. Там вот с этой стороны торгового центра разные кафешечки. Мумо, Макдональдс, KFC. Раньше, я помню, там суши какие-то были. Сейчас не знаю. Повторюсь, я не была в России 2 года. 2 года и 1 месяц. Уже кое-что стало забываться. Пройдем туда к фонтанам. Сирень все еще цветет, но уже практически отцветает, но запах все еще такой прекрасный. Конец мая, сегодня 27 мая. Сирень, да, практически отцветает. Вот это посвежее. Белая. Сейчас посмотрим еще сиреневую. В Австралии нет сирени, поэтому для меня это как-то родное, этот запах. Сирень. No, no, not here, no. Желато, итальянский такой, итальянское кафе. Пойдем к фонтану. Здесь такой маленький фонтанчик. Персонажи сказок. Пойдем вокруг этого большого фонтана. Лошадьми. 4 коня в упряжке. Thank you.
всяких интересных красных тележечках, вагончиках продают напитки, мороженое. Здесь памятник патриарху московскому и всея Руси Ермоген. Какой запах сирени. Жаль, что запахи видео не передает. Вы видите только красивую зелень, красивые цветы, а я еще чувствую запах сирени. И ряд скамеечек. Можно присесть, передохнуть после долгой прогулки. Сейчас еще не так уж много народу. До обеда где-то 11 часов сейчас, может, 11:30. А, да, 11:30 я же сказала. В 12 часов может смена караула. Кремль.